Кореновский район оказался одним из первых, где в этом году заканчивают убирать озимы. В районе с одного гектара собирают больше 60 центнеров зерна. И в этом году намерены побить рекорды предыдущих лет. Губернатор осмотрел поля с нескольких хозяйств, пообщался с комбайнерами, поинтересовался условиями работы. Какие вопросы ко мне, ребята? Да? Хорошо. Сегодня заканчиваем уборку. Все. Первое в районе. Как-то быстро убирают, не только хорошо. Да? Ну, 9 комбайнов новых. Вот Александр Петрович обновил технику, так что нам приятно работать и быстро убираем. Техника обновленная, не ломается все-таки так, как обычно. Урожай есть, зарплата есть, всем хорошо. Надо сделать так, чтобы вся Кубань вот так выглядела. Вот вся, такое отношение было к делу, к труду. Губернатор также побывал на местном элеваторе, где в современных химико-биологических лабораториях проверяют качество зерна нового урожая. Завершится рабочая поездка главы региона, встречи с руководителями местных сельхозпредприятий.